Здравствуйте. Давайте продолжим нашу тему про простейшие методы заработка. Вот следующий сайт это CashTeller.ru. Тоже из этого ряда простейших методов заработка. Ну и все то же самое. Что тут показывать такого, чтобы необычного? Ну, сначала покажу вот ваши рефералы. Вот здесь видите список рефералов и так далее. Но нам нужно что? Реферальные ссылки и баннеры. Вот реферальная ссылка ваша. А это баннеры, если понадобится. Ну, когда вы нажмете ссылку для регистрации, вы найдете в статье, в которой я разместил это видео. А ссылку на страницу найдете внизу под видео в комментариях. Так. Нажимаете на реферальную ссылку, открывается вот такое, и нажимаете на регистрацию. Я сейчас внутри аккаунта, поэтому он не показывает. Регистрация простая, там нужно опять же придумать для себя какой-то логин, пароль, поставить работающий адрес этого самого мейла, ну и соглашаться с условиями. Все. Что тут есть? Что тут можно показывать? Вы смотрите, вот ваши деньги, можно нажать на вывести. Выводим, начиная с 5 рублей на WebMoney, есть Pair, есть Kiwi, Альфа-Банк, Яндекс.Деньги, Perfect Money. Так, если вы хотите вот тут что-то рекламировать, то опять же то же самое можно вот такими способами пополнять. Способы тут показаны. В основном это вот VMR через RoboChange, возможно, из других электронных кошельков. Perfect Money сразу принимается, Яндекс сразу, Kiwi сразу, так что все тут есть. Чем тут занимаются? Тут есть письма, письма приходят на mail. На данный момент у меня нету такого, чтобы показать, но то же самое, что и VMR. Будет ссылка, нажимаете на него, открывается страница вот рекламодателя, проходит время, набираете там показывается цифра, нужно кликнуть на эту цифру, чтобы пройти вот капчу, и все, вы получаете какие-то копейки. Но в сумме тут отсюда много не приходит писем, но все равно постепенно кое-что собирается. Если же вы хотите побольше заработать, есть и другие варианты. Ну, серфинг я особо не рекомендую, чтобы особенно вот каждый день для этой цели заходить в серфинг. Я всегда говорю то, что проще. Письма это проще. Пусть письма приходят. Захотите побольше, то лучше зайти в задание. Вот задание это интересное, я сейчас покажу. Смотрите. Тут все по полочкам положено так, в принципе, как в Sales Sprint. То есть вы можете выбрать категорию заданий, тип задания. Вот по рейтингу рекламодателя, избранные, любимые, автооплата и так далее. Многоразовые советую постоянно выбирать. И еще вот новые, те, которые относятся к ликам. Регистрация без активности, регистрация с активностью, постинги, просмотры Ютуба, ну или лайки там будут. Скачивание файлов, на этом тоже можно заработать. Это такой тип задания, когда скачиваете какие-то файлы, и за то, что скачали, получаете вознаграждение. Отзыв, голосование. Социальные сети, там то же самое. Или лайк поставить, или шер сделать, что-то такое. Набирать капчу. Установка приложений расширений, я это вообще не советую. Про игры, ну, в основном там рекламируются какие-то хайпы. Но есть такое, скажем, новая игра выходит в Рунете. Они предлагают какую-то сумму, чтобы вы поиграли немножко в этой игре. Достигли какого-то уровня и оплачивают хорошо. Криптовалюты. Я не пробовал этот вариант и так далее. Посмотрите, вот вклады, это в основном имеется в виду входить в какой-то хайп, вам дадут как бы рефбеки, тоже не советую, но все остальное нормально. К примеру, посмотрим, как они оплачивают за скачивание файлов. Вот 30, 50 и так далее. Если скачивать вот такие файлы, маленькие файлы, получить быструю оплату и так далее. Если хотите, занимайтесь, тогда время от вас-то оно не требует. Скачали, удалили, все. Там это в zip-файлах, так что не думаю, что там будет что-то такое сложное. Что еще тут есть? Игры. Ну, посмотрим на игры. Что тут? Динозавры.
суперферма. А, не надо, это суперферма, все такое, это хайпы. Туда не ходите. Посмотрим, что за динозавры, скажем. Так. А, опять же, ну, значит, нормальных игр нету. Лучше другими, вот. Да, этими. Скажем, многоразовые. Тут в основном, как бы, вот Яндекса нужно. Вот посмотрим, что тут есть. В поиске набираем, переходим на сайт, слева реклама 2, кликаем 3 раза по рекламе, вот так ру. Ну да, это мало тут оплачивается, но если вам не хватает заданий на Sales Spring, то можете заниматься и тут этим. Все остальное уже не столь важно, вы сами можете посмотреть, что еще для вас есть интересное. Я в основном просто получаю письма, потому что задания, если я и выполняю, когда есть время и желание, то я это делаю на Sales Sprint. Все-таки там побольше реклам и оплата иногда лучше. Хотя это не имеет значения, здесь может быть и получше. Вы сами можете выбрать для себя, где вам лучше заниматься выполнением заданий. Думаю, что я все сказал, самое главное об этом проекте, остальное вы уже сами можете посмотреть. На этом все. Спасибо, до свидания.